Московской городской думы номер 5. Уважаемые коллеги, предлагаю определить следующую дату заседания Московской городской думы 25 февраля. Спасибо, возражений нету. Московское время 10 часов 44 минуты. Я закрываю 1450-е заседание. Как-то разное, а выступление? Кнопочку нажимайте. Я нажала. Замечательно. Депутат Шувалова, пожалуйста. До 3 минут. Уважаемые коллеги, к великому сожалению, сносом объектов культурного наследия Москву не удивишь. Но впервые их снос осуществился по решению комиссии при правительстве Москвы. Власти Москвы нашли самый оригинальный способ отметить начавшийся в России год 120-летия со дня рождения Сергея Есенина. Начать его со сноса мемориального адреса поэта. Утром 16 января строительная техника, аффилированная с компанией ЛСР фирмы «Великан-21», под надежной охраной полиции и ЧОПа, начала крушить архитектурный ансамбль начала 20 века Эрнста Нирнзея. Здания в соответствии с законом получили статус выявленных объектов культурного наследия федерального значения 15 декабря. Когда в Министерство культуры Российской Федерации был направлен акт историко-культурной экспертизы, составленный архитектором-реставратором высшей категории Татьяной Ефимовной Каменевой. Зная это, комиссия столичного правительства по градостроительству в охранных зонах под председательством заместителя мэра Марата Шахинзяровича Хуснуллина тем не менее приняла решение о сносе комплекса исторических зданий. Распространенную строительной компанией информацию, что данные здания якобы не являются объектами культурного наследия, Министерство культуры Российской Федерации опровергло. Дата начала сноса была выбрана не случайно. В этот день прокуратура, которая обладает полномочиями остановить снос, праздновала свой профессиональный праздник. Градостроительная политика Сергея Семеновича Собянина начиналась с обещаний прекратить в центре Москвы офисное строительство. Но вместо здания, в основе которого находится старинный дом Николая Демидова, которому в Италии поставили памятник, планируется построить очередной офисный атриум со стеклянными стенами. Уважаемые коллеги, при подведении итогов голосования в 2012 году только что избранный президент Владимир Владимирович Путин через экран телевизора на весь мир цитировал Сергея Есенина. «Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Что же делают, господа, с нашей родиной? Хоть из уважения к президенту страны пощадили бы есенинские места. С трибуны Московской городской думы от имени общественности, интеллигенции и москвичей обращаюсь с призывом к компетентным органам срочно остановить опасный прецедент снос по решению комиссии правительства Москвы выявленного объекта культурного наследия, сохранить оставшиеся и восстановить данные объекты в прежнем виде. Спасибо. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Депутат Метельский, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я не хочу выступать, у меня есть предложение. В силу того, что заявление достаточно такое серьезное, важное, ну, я не знаю, какая связь с президентом в этом вопросе, но то, что, наверное, в этой ситуации нужно разобраться, это точно. Поэтому у меня есть предложение поручить комиссии по культуре от Герасимова провести рассмотрение данного вопроса и доложить Думе, в каком состоянии находятся дела. Я думаю, что это не только этот вопрос, но еще и по кинотеатру «Победа», для того, чтобы мы имели достаточно четкую, ясную информацию. А сегодня говорить о том, что принято решение государственными органами власти, и они каким-то образом нарушают закон, у нас пока нет оснований. Есть некое понимание того, что есть вопросы. Давайте с этим спокойно разберемся. Не связывать эту ситуацию с президентом Российской Федерации никоим образом, еще ни с кем другим. А давайте просто разберемся. Тем более, что комиссия по культуре как раз и должна заниматься подобного рода вопросами.
Итак, вопрос по сносу дома Шуваловых и по кинотеатру «Победа». Спасибо.